прошлом году в Люберецкой областной больнице выполнили в два раза больше операций по удалению доброкачественных новообразований желудочно-кишечного тракта. Врачи-эндоскописты стационарного отделения делают это в процессе обследования. Подробности в следующем сюжете. Любое доброкачественное новообразование способно перерождаться и в будущем стать злокачественным. В отделении эндоскопии Люберецкой областной больницы за год удалили 400 таких опухолей и тем самым предотвратили столько же случаев развития рака. Практически в два раза выросло количество амбулаторных исследований, выросло количество исследований толстой кишки, у нас заметно выросла выявляемость доброкачественных предраковых заболеваний, ну и, соответственно, оперативная активность. Это стало возможным благодаря наличию нового медицинского оборудования. Видеоэндоскопические системы позволяют выводить на монитор картинку с высоким разрешением, и врач видит мельчайшие подробности слизистой внутренних органов пациента. Самое главное – пройти уровень гортани, пациент делает глоток, мы проходим гортань, и дальше уже ему приходится только дышать, и все. То есть ничего сложного в этом нет. Такое малоинвазивное вмешательство лучше большой операции, поэтому при каких-либо симптомах визит к врачу лучше не откладывать. По статистике, доброкачественные новообразования врачи выявляют практически у каждого четвертого пациента старше 50 лет. Луиза Егиазарян, телеканал ЛРТ.